Опять Хичкок, опять Джефферсон, опять вернулись в класс. Всем здорово, с вами Батя, это канал Батя Играет, это у нас Life is Strange. Уже пятый эпизод, а мы все в его классе. Неужели я застрял во времена петля? Ну да. Арбус. Они не видят этого, кстати. Смотри, что творится. О, они сегодня не замечают. Птицы, да. Птицы просто херачат в окно и пробивают окно кровью. Заляпывают. Ты посмотри на это. Пропали. А все это... Это она в одной вселенной породила, которую она... Это, короче, теория Бран тут нужна нам... Бессмыслица какая-то, вот именно. Итак. Тут все изменяется. В каком-то междумирье, короче говоря, находимся сейчас. Это мы залетели сюда через фотку, которую мы сделали. Это нету, кстати, же опасно тут на сей раз. На сей раз вообще все по-другому. Не желаешь ли ты провести остатки своей жизни в Проявочной? Твоя непорочность меня так вдохновляет. Мы могли бы быть так счастливы, будучи вместе. Кому нужны селфи, когда я могу подарить тебе портреты? Я бы никогда в жизни такого не сказал. Никогда. Мои селфи говно на палочке. Это наша Проявочная. Я люблю вас, мистер Джефферсон. Или спасибо за убийство Хлои. Я не знаю, что тут ответить даже. Это банально, это мерзко, это забавно, а это чернушно. Надеюсь, увидите курсор. Должны же, да, уже в самой игре. Спасибо за убийство Хлои, мои селфи. Ну, мои селфи говно на палочке. Это же, кстати, правда. Мои селфи говно на палочке. Меня должен снимать настоящий художник. Мое призвание позировать. Я просто позер набью. О да, ты будешь позировать. Для меня. В мире так много ракурсов, под которыми я могу тебя запечатлеть. Надеюсь, у тебя нет претензий к иглам и изоленте. Да ты чё? Нет, конечно, это все нормальные люди к этому нормально относятся. Нет, я не верю, это нереально. А это правильно, что ты не веришь, потому что... Во, самая жесть началась за все это время. Кейт плачет. А, ну кстати, перед тем, как жесть началась, смотри, что. Дневник мы не почитаем, потому что, видишь, Макс, сколько раз ты еще проебешься, сколько раз Хлоя должна умереть тебя на глазах, может, тут хоть раз надо оставить после себя жизнь? Бабочка, Хлоя, всегда делай снимок, это Сэй Джефферсон, сделай селфи, девчуля, да, у тебя эти так много вариантов, пошли к маяку. Что-то там не вижу, что написано, почему... А, Макс написано, почему ты хочешь всех убить? Неужели ты не можешь простить им издевательство? Найди фотографии моих кошек, пожалуйста, мое сердце. Всякая хрень, короче. Дневник мы не почитали, но... Хлоя. Макс, это твоя подруга Хлоя. Та, которую ты бросила в коляске в другой реальности. Разве я тебя не поблагодарила перед тем, как ты свалила в другую жизнь? Ты не только плюнула на мою просьбу, но еще сразу же прыгнула в эту фотографию. Сколько, блядь, еще раз надо... Ты бросишь меня одну, хиппи. Нейтан. Макс, мне так нравится... Фотки с тобой, снятые Джефферсоном, он идеально запечатлел тебя. Если вдруг захочешь, можем вместе потусить, накуриться. Помпиду. Собака тоже пишет в этой реальности. Сука, не смей связываться с Фрэнком. Ах, блядь. Или со мной, кстати, у тебя вкусняшки есть. Ёп. Так. Рэйчел пропавшая, умершая даже. Нужна, мы убили. Привет, Макс. Рэйчел Эмбер на связи. Просто хотел представиться. Скоро увидимся. Очень скоро. Сэмюэль. Добрый вечер, юная Макс. Белки умеют болтать со мной. Но как это делаешь ты? У Сэмюэля ведь нет телефона. Ты его украл, наверное, у кого-то. Это что-то только что же было. А, все, вы всех прочитали. Самые отбитые варианты, которые только могут быть. Подожди. Еще не все. Снимочки. Снимочки в пятом эпизоде. Смысла делать особо нет на самом деле. Вот зачем? Уже смысла не будет. Вперед обезьяны написано. И, кстати говоря, я же вам обещал, это просветительская серия, обещал, что я расскажу. Ой, как жутко-то. Откуда? А все, я забывал, сейчас только вспомнил под пятый эпизод, под самый конец, что откуда, типа, я знаю, что там порядки какие в классах там делятся на
всякие качки-бычки, эти там задроты, ботаны, эти, кто они там, крутые, мажоры и так далее. И что у них действительно такой дележ и середняки. А просто у меня есть товарищ один, который американец, вот серьезно, да, я с ним говорю по английскому языку, а он учит русский, а я английский уже что учить-то, я в идеале знаю, perfect English, my. Так вот, и он бывший коп, кстати, самое интересное, и бывший пилот гражданской авиации. Вряд ли он это сейчас смотрит, конечно, потому что он не может подолгу просто службы смотреть, все эти видосики. А так, что еще сказать про него? Хороший чувак. И вот он мне рассказал, да, так и обстоит все у них. Он без всякого, без П. Он мне сказал, да, у них так обстоит, как в фильмах этих дурных. То есть их стереотипные фильмы совпадают с действительностью. Она у них тоже стереотипная. Итак, погнали. У нас я нигде не видел, ни в одной школе, никогда ничего не слышал подобного. Ни в универах нигде нет такого тупого деления. Всегда есть какая-то индивидуальность. И это причем как интересно, ведь так если посмотреть на нашу историю, у нас всегда коллективизм, на их историю у них всегда индивидуализм, а в итоге все наоборот. Ну что? Что ж ты плачешь? Как мне жутко от тебя? Давай, я в другую дверь пошел, короче. Так, мне надо вот в эту. Я стирал эту надпись. Ну что, давай. Это иллюзия. Макс, зачем ты отговорил меня прыгать с крыши? Что за подруга ты такая? Ты меня никогда не понимала, как и что происходит со мной. Теперь моя семья никогда не оставит меня в покое. А это значит, что я всегда буду одинокой. Все благодаря тебе. Это неправда, Кейт. Я всегда была твоей подругой. Сейчас она выпрыгнет в свет прям. Это все нереально. Вы че, хорош? Ну, вслед за ней тогда идем. Вся жесть, весь какой-то. Мы, короче, плывем по океану бессознательно. Ладно, это шутка, конечно. Ну да, это определенное, как бы, подсознание. Лучше сказать, неосознанное все. Максовское. Все, что. Все сбор весь информации, которую она не осознала. Так, значит, куда нам тогда надо? Пробуем наугад или как там делаем-то? Или посмотрим план, наверное. Нам надо в свою комнату, скорее всего. Иначе в чем смысл-то? Girls. TV lounge. Wending. Ну, наверное, в нашу комнату. Я так посмотрел, что-то написано по боякам должно быть. Я так думаю, сюда все-таки. Просто что еще? А, нет, не сюда, смотри. Че, откуда голос-то идет? А как я пойму, куда мне надо? Ух ты. Или мне к Викторичи. Или мне к Виктории Чейз идти, что ли? Или че? Ой. Вот, я вам наконец рассказал, да, про вот эти кастовые системы, но. Этому нет конца, лучше что-нибудь отыскать. Да, это правда, да. Я просто, да, я вам вот что скажу. Вот, смотри, да, действительно, ключи же. 218. Я вам расскажу вот очень интересную историю лучше. То, что... Так, раньше. Я вам буду их рассказывать, вот что я решил. Когда мы булли, наверное, будем проходить. А мы будем проходить булли. Великая классическая игра. Мы ее пройдем с вами. И вот там я расскажу поподробнее. Она превратилась в Рейчеллендер. А тут что, тут как бы... Ну, там больше будет времени на это. Там же открытый мир какой-никакой. А тут у нас сюжетка все-таки. Жесткая сюжетка причем. Рейчел. She was my angel. Да, хватит мне загонять. Ой, кругом написано Рэйчел. Мне сюда? Надо подумать, куда мне сейчас. Ой-ой-ой, как же ты меня напрягаешь. Опять надо что-то смотреть сюда. Тара Гарсия, Дана Варт, Келли, Рэйчел Эмбер. Это прошлое, значит, по-любому. Какая-то Тара Гарсия жила там, где сейчас живет у нас наша это. Значит, сюда нам. Да? Где-то тут. Да.
Вот это вы вообще явно не ожидали. Ну все, реальность точно по швам полетела. Тогда нам... Фу, никогда бы не подумал, что придется управлять ними. Рэйчел из Хоррор. Да, нам все писала. И что эти все эти рулят там. Ты сосешь ее, Виктория. Нет, не то, это не она, явно уже писала. 221Б. Так, сюда? Да, сюда. Фух, мы обратно сами с собой стали. Теперь нам к нам. Потому что фоточки везде, это в стиле Макс. Ой-о. Не люблю я. А, это да, писали, такое было. Ой, не люблю я тогда такая мистика прет совсем дикая. Нормально. Как-то жутко на самом деле. Это криповее, чем ваши всякие там хоррорюшки со скримерами двухполигональными. Она даже вот, все их голоса, короче, наоборот, это вы слышите. Ходят они наоборот. Короче, они перематываются во времени. Кроме нее. Это самое начало игры. Сейчас музыка обратной стороной пойдет. Идет? Да, музыка тоже задом наперед. Все, давай, заканчивай эту херобору. Убери ее. Это слишком страшно. Как они... Отойди. О, она же написано все наоборот. Воу. Че, как они это сделали? Охереть. Какой бред. Лань сортирная. Ну все. Мы знаем, куда нам. Конечно же, нам сюда. Эй, ну-ка, пусти-ка. Маяк. Проявочная. Даже не пытайся спрятаться, Макс. Иди сюда. Позволь мне запечатлеть тебя. Да хер тебе врыло, сраный урод. Джефферсон снова ищет меня. Нет. Макс Стрэндж была такая невинная, а сейчас ты согнешься. Давай быстрее, конечно, не быстрее. Если Майк заметит, тоже что-то будет? Пожалуйста, прошу меня, Макс, пойми. Лишь проявочно я могу чувствовать себя себяшкой. Ой. Тут игра слов непереводимая, он говорит «my selfie». Это прикольно, по-моему. Вообще он говорит... Как бы не, ну, не себяшкой, а как бы тут поглубже все-таки, не так глупо. Он говорит, типа, как бы свою самость он может чувствовать только в проявочной. А самость, self, созвучно с... селфи. Поэтому вот, надеюсь, вы поняли. Тихо, ну мы пробираемся тем временем. А, перемотка-то и тут действует. А, ты вот такой конченый. Я знаю, где мне спрятаться все равно. Макс, Макс. Короче, он засирает нашу Макс. Тоже в хоррорину решили пуститься во все тяжкие, во все хоррорные. Стены-то из хранилища прямые, как бы, темночные, темницы, проявочные. Да хватит ты, эй. Я уже далеко, уже на другой локации. Так, неужто мне и тут попадаться нельзя? Ты посмотри, ведь действительно. Тихо. Какая-то это прям хреново антиутопия в натуре. Че Макс? Была такая программка для кодов. Для читов. Тихо. У барахлит у тебя все разворовал. Сам виноват. Так, теперь будет Мэдсон, потому что шкафчики. А, нет, смотри, еще хлеще. Оурен, ты-то каким хером? Макс, тебе нужен
психо этот. Не психоаналитик, он же просто высосит твои деньги. Тебе нужен психо этот, который будет бить тебя по голове. Все, со своими обезьянами отстань. Мы не пойдем в тобой кино, понял? Пошел отсюда. Макс, Макс, ты сдало. Это все ее страхи. Да хватит, ты отстань. Это ректор был сейчас. Грузная фигура. Это Мэдсон. Тут кто? Чё? Избил до полусмерти? А, это Нейт, наверное. Я думал, это этот, Уоррен. Было бы странно, если бы Уоррен хотел бы избить ее до полусмерти. Если бы у него даже такой страх элементарно был, это было бы в высшей мере странно. Так, тогда мне сюда. Да ты задолбал, ты все выиграл, Макс. Бутылки еще собирать. Сложно. Да, Макс. Чё, Макс? Хватит. Я хочу быстрее пройти. Эти бутылки мне вообще помогут, разве? О, нет, бутылки. Это похоже на ад. Да, я тоже не любил такой геймплей. Никогда причем собирать бутылки. Хлеще, чем шкуры волков собирать в ММО. Присядь, Макс, тебе стоит передохнуть. Может, они исчезнут, пока ты тут рассиживаешь жопу? Если это мой кошмар, то пусть тут будет хоть одно укрытие. Ну, с чего бы это? Тут, конечно, Хлоя и Рэйчел обычно прятались от мира. Было. Но вечно я не смогу тут прятаться, какая бы это ни была реальность. Может, перестанешь платить просто? Это похоже на дурной сон. Я что, не учусь на своих ошибках? Нет. За мной после того, как я накачал... Тьфу ты, мне что, чтоб ты чужие вставляешь? Может, что-то побег из этого места совершить? Это надо. Главное, не бойся, Макс. Пусть они боятся тебя. Они не будут ничего бояться, это иллюзии твоего. Просто перепаханного, перевоспаленного, воспаленного сознания. Это кто вообще говорит? Это же этот нарколыга, ты же вообще это загнулся. Что-то всех боялась, походу, вообще всех. Ужас как. Кажется, тут еще можно найти бутылки, ну естественно. Неужто мне их надо действительно находить? Какой ужас. Опять будешь думать и разглагольствовать. А нет, смотри. Опа-на, снегом заполняется. Мы в шаре, короче. Стеклянно. Фух, не надо бутылки искать, это хорошо. А может там пасхалка какая-то была? Да вроде нет, кстати. Сделано в Тайване. Какая жесть. Это уж вообще перебор такого уровня, что... Ну, в прошлом. Жесть, не спорь с шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда мамы нет, то да. Я расскажу ей. Охереть. Так будешь сидеть? Просто жесть какая-то. Алло? Привет, дорогая. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Да, Макс у меня в шаре. Я уменьшил детей, да. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Конечно же, я за тобой заеду. Теперь у меня есть причина купить макачино. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите даму, мне нужно спасти прекрасную королеву продуктового магазина. Ну слишком тяжелый груз. Не говори такие глупости. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Вот это сильно жизненно и больно. Ты не пугай так сильно. Ты там обрубку на камин делаешь или что? Или а, ты фотки сжигаешь. Смотри, какая ты огромная. Как та, короче, баба, которая Немо в мультике постоянно пугала. Закройте за мной дверь, не хулиганьте, и попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. Уильям пишет. Привет, Макс, не передашь привет Хлое, Джойс? Заодно напомню, что я погиб из-за тебя. Американский шингиз. Нормально так, смс-очка.
Да, и ты не забудь передать там, когда будешь передавать привет, что... Сколько будет еще длиться кошмар, что я-то загнулся-то из-за тебя вообще-то. В майке с цыплятками. Мою. Я думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рейчеламер, но не в Макс. Да Макс просто долбанный ребенок. О, господи, не говори, она никогда не сболтает, да? Эй, а тут вообще-то? Да, Макс, мне так надоелась хипстерская херня. Мне кажется, Макс уже достал всех в Блэквилле, давай это докажем. Твою мать, Мура. Макс хотел нас обоих запикапить. Видимо, она не такая уж невинная, судя по ее поступкам. Но никогда она пытается между нами встрять. Я всего лишь хочу пойти обезьяничать с тобой, Хлоя, иди сюда. Это реальные страхи тупо развернулись. Господи, ты сексуальная сучка. Что ты сущится, ты, Макс? Это скука смертная, она мне скорее как прислужница. Есть что-то в этом, да, доля истин. Понимаю, не хочешь пойти на вечеринку? У меня есть целый наркопритон в доме. Черт, смотри, Макс, за нами шпионит. Делай уже свой ебаный снимок, сука, или селфи. Видишь, именно так надо отрываться, Макс. Никаких тем машпитов, девчуля. А, блин, Виктория, вот ты настоящая женщина. Ты что, это девчонка, Макс? Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Поверить трудно, мы так долго искали друг друга. И ты даже и этого боишься, Макс? Ну, охереть. О, гадость. Почему ты получил эти способности? Ты ведь понятия не имеешь. Рэйчел мертва, а ты все еще жива. Жизнь так несправедлива. А вы тоже думали, она сейчас скажет. Странно, а хер вам? Как мне хотелось, чтобы ты не приезжал в Аркадия Бэй, там, туда-сюда. Сохраняшка прошла, и мы опять, наверное, геймплей, да? Жесть какая-то. Ну шо, теперь тут сортир на кодовом замке. Прекрасно. Я буду так благодарен, если последняя кодовая панель в моей жизни. Ну шо ж. Цифири. 4. Да-да-да, ты это говорил. Использовать муж пока. Хрен знает. Ой, уйди. Опа, вот, а после первой попытки только поперло дело. Зашибись, комната вся исписана числами. Как я найду нужный код? Ну смотри, зеркала уж так принято отражают что-то реальное, принятое во всяких там фэнтези и так далее. И она отражает 11.30, а все остальное она не отражает. Тут вот зеркалушка, поэтому 11.30. Я же не буду все пытаться делать, поэтому вот 11.30. 11.30. Нет, смотри. Значит, 30.11. Эй. Не буянь. А как тогда? 0.3.11. Ну что ж такое? Это точно, оно же отражается. 0.3.1.1. Во! Вот это другое дело. Куда ж мы сейчас-то попадем? В какую? Не убивай нас, Макс. Я думаю, я никогда больше не потанцую. То, так, ты убил меня сейчас? Или моего... клиента. Это неправильно, Макс. Макс, ты творишь вроде верные вещи, а я надеюсь, что ты будешь. Короче, они все в духе, что не убивай нас. Все моделики всех персов, которые тут есть, и весь Аркадий Бэй, и все на ее совести, и все они говорят что-то в ухо. Пошли нахер, уроды. Почему вы действуете мне? Ой, это ж я. Кто? Кто ты? Твою ж овсянку, ты серьезно? Это ты, дурочка. Ну или одна из тех Макс, которые ты оставил позади. Ты поможешь мне выбраться отсюда? Значит, теперь тебе нужна моя помощь. Думал, ты контролируешь всех и вся? Хотел обвести время вокруг пальца, а?
Я не просил этих сил. Я пытался помочь. Ну, оба правда, но... Давай загоним на саму себя. Я не давали выбор. Я не просила этих сил. Ну да, но ты с радостью использовал эти силы, чтобы понравиться людям. Да, кстати, мотив-то дрянной. Будто тебе не наплевать на них. Ужас какой. Она действительно тратила все свои способности на то, чтобы просто заработать популярность. Какая дура. Это правда. Это правда, я впустую расходовал свои силы, чтобы со всеми дружить. Это даже звучит жалко. Наконец-то ты это признал, но слишком поздно, учитывая, сколько ты уже наворотила. У меня все еще есть замечательные друзья, и моя сила даже помогла нескольким. Да я тебя умоляю, хватит притворяться невинной. Из тебя так и прет лицемерие. Гиппократ из тебя прет. Ты оставил за собой дорожку смерти и страданий. Я в этом не виновата, ты сучья дочь. Не смей так говорить о нашей маме, ха. А что насчет Фрэнка? Пуля, он тоже не из-за тебя плут? Из-за Хлои, что ты? Погоди, дай угадать. Ты разъебала время и пространство. Ради драгоценной подружки Хлои, а вот это косяк сильный. Думаешь, она всего этого стоит? Ну, я-то так не считаю, но... Но это тебя-то тоже касается. Это, кстати, нас всех делает не в Хлое, даже не во мне. Боже, ты такая бескорыстная, Махатма Макс. Как же обидно, что ты просрала свою силу на школьные проблемы. У Хлои и то лучше получалось вызывать чувство вины, потому что ты позволяла издеваться над тобой. Это называется стокгольмский синдром, твоя дружба. Значит, тебе придется получить этот урок, испытав его на своей шкуре, как и Рэйчел. Да заткнись ты уже, ты меня нисколечко не пугаешь. Я бы больше боялась того, что тебя Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Думаешь, что она хоть каплю нас уважает? Блин, ты такая тупая, мне стыдно носить твое имя. Когда-нибудь Хлоя уничтожит. Че уничтожит? Все вообще уничтожит? Вот черт, поменешь дьявола. Опа-на. Чувиха, не ебей мозги. Она знает, через что мы прошли за эту неделю. Ты не можешь сломить, не можешь нашу тему сломить, это такая реальность. Чего орете так сильно? Ой, как жутко ты нас. Прошло уже 5 лет, а ты все еще та же Макс Колфилд. Я и правда рада тебя видеть. Ну хорош жестить ты со значением, Макс. Пристегни ремень. Хорош жестить. Что это вообще происходит? А, это историю всю будет показывать. Как я помню, в том месяце у тебя был день рождения. Это отхуенная песня. Ты что, не умеешь танцевать, хиппи? Давай. Это похоже на путь к власти Fable 3. Йоу, выруби музыку. Так, ну это они все было. Мы же это помним с вами, это все. Всю эту херню. Это все по эпизодам идет. Это локации все, которые были в игре. Ох ты, вот это эпик. А, блин, вы не призрачные, вас еще хер обойдешь. Вот уж 6, так 6. Да-да-да. О! Тот самый момент. Ничего не вижу, куда там мне переть дальше, честно. А вот. Опа-на, это вообще детство уже, другая реальность. Ну тут и хрень происходит, конечно. Да-да. Ага. Ага. Да-да-да. Итак, к какой-то точке мы пришли. Что-то с этого должно быть. Что сейчас будет происходить? Опа-на! Сомкнулись реальности все-таки в одну, и мы в ней. Здесь и сейчас. Макс, Макс, ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Хлоя, я, похоже, отрубилась. Прости. О, слава богу, больше никогда так не делал, ясно? Так еще не специально. Клянусь, но этот тот кошмар был таким реальным, таким страшным.
так вот. Дичь-то, конечно, полная. И вы, конечно, тупорылые, никого не предупреждали всю неделю. О, кстати, косплей. А? Ну, вы поняли. На первую самую превью по этому циклу. Это моя буря, я начала все это, я причина всего этого. Я так часто меняла судьбу, что... Умудрилась нарушить естественный ход вещей. Все, что я посмела, ну, посеяла, это смерть и разрушение. Ну, да. Так оно и вышло. Ну и хуй с ним. Тебе была дарована эта сила, и ты ее не просила. А потом ты меня спасла, все должно было произойти, это закономерно. Только Рэйчел не заслужила такой участи. А, закономерно это что, что тебе нравится, синеволоска. Пусть ты не сраный повелитель времени, но ты Максим Колфилд, ты потрясающая. Ты думаешь, я что-то смогу из-за этого сделать? Ни хера Макс не сможет. Тебя надо принести в жертву этому урагану, мне кажется. Почему-то. И мне так казалось всю игру. Макс, другого выхода нет. Она сама даже это поняла. Такое чувство, будто я сделаю этот снимок 1000 лет назад. Даже блеха-муха, даже Хлоя поняла это. Ты можешь использовать эту фотографию, чтобы перемотать время с ее съемки и... Да-да-да. Мне всего лишь придется умереть, да? Придется... Пошло она нахер. Нет, ни за что. Ты сейчас для меня важна, только ты. Кроме тебя, мне никто не нужен. Знаю, ты много раз это доказывала, хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от моей мамы. Ты только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она прошла. Она заслуживает гораздо больше, чем быть убитой штормом в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслужил ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, которые заслуживают жизни больше, чем я. Не говори так, я не променяю тебя. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Опять-таки мудрая мысль, ничего себе. Вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадией Бэй с того момента, как ты спасла меня впервые. Вот именно, но... Знаю, я эгоистка, но сейчас впервые я хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу. Хлоя. Макс, на этой неделе ты наконец вернулась ко мне и... Ты подарил мне свою любовь, свою дружбу. Ты заставил меня улыбаться и смеяться, чего я уже 100 лет не делала. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности. Все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни выбрала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс. Только ты можешь. И давай, скрипи в сердце. Вот он, главный выбор игры, к которому вообще все сводилось и все шло именно к этому. Пожертвовать Хлоей или пожертвовать Аркадией Бэй. И, конечно же, каноничный вариант — это пожертвовать Хлоей. Макс, пора. Хлоя, мне очень жаль. Я не хочу этого делать. Знаю, Макс, но мы должны всех спасти, понимаешь? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за то, что они сделали с Рэйчел. Это кого? А, ну да, да, точно. Это наша с тобой неделя, для меня это лучший прощальный подарок. Ты моя героиня, Макс. О, Хлоя, я буду очень по тебе скучать. Эх, жестко. То сейчас нам надо переместиться в снимок, потом порвать его. Чтобы навсегда мост взорвать за собой. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. Нос ведь исчезал. И Макс Колфилд. Только попробуй меня забыть. Ни за что. Давай. Все уж решено.
вернулись опять в ту точку, с которой начали. Ой, давай ты сама это сделай, вот молодец, а. А сейчас, походу, все, геймплей не будет, это все будет идти кат-сцены. Точнее, не кат-сцены, прям роликом. Да, то самое место, то самое время. А чё ты ее не рвешь? Ты же всегда рвешь их. На самом деле не обязательно, важно только, чтобы не выпускать вперед руку и не делать перемотку времени. Так, вот он заходит, этот козел. Я не буду озвучивать это в 50-й раз, пожалуй. Просто наслаждаемся просмотром. Та самая бабочка, туда-сюда. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step ass would say. Который раз мы это смотрим? I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am. Сейчас будет. Убери псих, пушку убери. What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Представляете, что Макс чувствует в этот самый момент? Да подожди, человек, как ты даже скучаешь. Оно так и произошло. Сейчас, конечно, его заберут тут же, потому что и все остальное тоже раскроют. Потому что тут уже никакие деньги не спасут, никакая власть. А вот так просто. В учебное заведение раз и ход истории поменялся. Такая вот финалочка. Но это еще не все. Не пой мне тут. Я не хочу, чтобы мне страйк кидали. Заткнись, пожалуйста. А-та-та-та-та, я знаю, ты поешь о какой-то херне. Почему-то в сортир никто не заходит, хотя там убийство без глушака произошло. Та-та-та-та-та-та. Ничего этого не было, смотри. Первым, кто его задерживает, каким-то хером у него откуда-то наручники. Это Дэвид Мэтсон, причем он просто школьный глава охраны. Беседа с детективом. Этого тоже ничего не было. Так она и не знала, что она вернулась вообще в город. Чаум... Ой, как его зовут-то? Чаумбе Чаумберс. Как его? Мэтсон Джефф... А, Джефферсон. Этого тоже не было. Мишка в руке. Грусть, печаль, тоска. Само собой. Не знаю, музыка-то, ну, надеюсь, вы ее для игры специально писали, чуваки. Это кто вообще? А, это они же точно, я думаю, это Уоррен, а это Макс все-таки. Хер знает, ее с Уорреном легко перепутать. Так. В траурном. Та-да-да. Вот сейчас я уже заглушить тебя даже, чувак, не смогу. Ладно, ты немного поешь. Но мне кажется, это специально все было сделано. Ну, в смысле, для игры. Никакой бури неделя явно прошла. Бури не предвидится. И вот он, финал. Да уж. Глубокомысленно, да, но вперед, вперед. Тут еще сцены, я помню. Тем более, нам надо посмотреть еще ту финалочку, потому что в конце концов все сводилось к двум вариантам. Надо эти два варианта и посмотреть. Это труда не составляет. Я вот представляю, когда там 9 концовок, и надо всю игру, они, ну, разные будут, как вот в Ведьмаке в каком-нибудь. А тут кого? Два выбора, как в типичной игре с выборами. Выборы, выборы. Ну чё? По-моему, самый сексуальный наряд Макс вообще за это. Самый сексуальный наряд за все серии. И это... похоронам-то. Да уж.
ну чё? Вот и оно. Кладбище Аркадии Бэй. Никто не убит, ваш любимый нарколыга тоже не убит. Надеюсь, что он не ваш любимый. Кто-то наверняка же его защищал. Кто еще-то пришел? Понятно, Дэвид Сет и директор Кейт, этот Уоррен, какой-то хрен. А много кто, кстати. Вот так вот, вот такой вот финал. Да уж. Что-то застелили, постелили еще. А это не грустнее, чем смерть тысячи людей от урагана. Потому что он небывалой силы. Да ладно, кто-то может сказать, да, это штат Орегон, они должны быть готовы. Они к такому, как мы готовы быть, если там он с размером с космос, блин, торнадо одно. Неприятный ракурс. Прям фильм какой-то. Что тут? Я даже не знаю, о чем тут еще говорить. Про игру можно поговорить, чтобы времени не тратить, в принципе. Вот это ракурс еще более неприятный. И, казалось бы, намек на продолжение, но нет, это этот бомж Аркалыбе. Так что... Смотри-ка, даже ему жаль. Помпиду живой, здоровый, все живые, здоровые. Да. Не особо радостно. Синяя бабочка та самая. Я не могу с такой громкой музыкой что-то сосредоточиться и сказать все-таки. Но я скажу, что, в принципе, игра-то очень интересная. Не зря, что ее прошли на канал, но есть одно но. Выбора как такового нет, все сводится, как в играх Telltale, к двум последним финальным. А не, у игры Telltale вообще линейно полностью, у меня даже в конце выбора нет, по-моему. А нет, есть. Но тут как бы, да, тут тоже вот непонятно, ну что оно вот решило вообще, эпизод 5 раскол. О, Толмачи, кстати, да, переводили уже. То есть это... Просто хочу сказать, что... Непонятно это все как-то. Дело-то в том, что плохо, что все вот это вот так. Потому что должно-то было бы очень много концовок быть, потому что выборов там было куча. Но как обычно в таких играх, нелинейные бывают, короче, только RPG в основном. Вот как Ведьмак там, или еще что-нибудь. Fable там. А вот тут линейщина полная, как обычно в играх, где позиционируется, что все события влияют на события, все твои выборы влияют на события. Нет. И что еще тут сказать-то плохого? То, что не раскрыто, это очень плохо, не раскрыта природа этих сил. Я надеялся на это. Когда мы с друганом проходили, мы замечали каждую деталь, каждую мельчайшую капельку везде, там кто что сказал, ну, кто там, где там что упомянул. В итоге ни хрена не понятно, научно ли можно эти силы объяснить, или это чисто воды мистика, непонятно. Это объясняется вот будто бы так наивно, что вот, смотри-ка, была ситуация, что ее убивает этот, Макс не захотела, вытащила вперед свою руку, замотала время и нормально. Так всегда, конечно, бывает. Много кто не хочет, чтобы кто-то там еще что-то умирал, но тем не менее так не происходит. Мало ли кто что хочет. Тут дело-то в том, что что-то произошло такое, это в том, не в том месте или в том ли она оказалась. И в то, и не в то время. Вот так оно как-то и смыкнулось.
либо еще как-то. То есть должны были объяснить, но не сделали. Это плохо. Motion capture. Ну, само собой. Ну что ж, что хочу сказать вам. Всем хочу сказать всего хорошего. С вами был Батя. Подписывайтесь на канал. Встретимся мы с вами в следующих любых там прохождениях, во всяких видосах. Все смотрите везде, лайки ставьте, комментируйте. Если есть возможность, поддерживайте канал на Патреоне, в кошельках. С вами был Батя. Это финальная серия была по игре Life is Strange. Конечно, мы будем проходить продолжение Life is Strange. И в нем тоже мы встретимся. Когда там-то выходит все, и с русификаторами поработают. А пока я вам предлагаю смотреть вообще много всяких видосов на моем канале. О нашем, даже в нашем общем деле, в нашем великом канале Батя играет. С вами был Батя. Пока-пока.